Если мы говорим о давлении на Азербайджан, кто будет на него давить? Это сложный вопрос, потому что нужно давить не только на Азербайджан в данном случае, но и Турцию, потому что за Азербайджаном стоит еще и Турция, 80-миллионная или 90-миллионная уже, и она является важным ключом, важным узлом внешней геополитической ситуации, и как для Запада, так и для России. То есть поэтому говорить о том, что вот однозначно кто-то надавит на Азербайджан, и Азербайджан согласится на что-то, я воздержусь. Я просто в качестве примера это привел, то есть насколько сильным будет давление на Азербайджан, если будет какая-то консолидированная политика. Это гипотетический вопрос с моей стороны. И я тоже, как и вы, не вижу консолидированного, возможности консолидированного давления на Азербайджан со стороны Запада или со стороны России.